Фестиваль татарской песни проводится при поддержке Министерства культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия, администрации Лямберского муниципального района и Республиканского дома народного творчества. Он объединяет татар со всей Мордовии и играет большую роль в сохранении богатого национально-культурного наследия, языка, традиций и обычаев. Интерес к родной татарской песне, к родным напевам неизменно растет из года в год. Татары нашей республики представляют по последней переписи в пределах 5,2%, это абсолютная цифра, где-то около 50 тысяч человек. И цель национальной политики и значимость нашей работы, работы руководства республики, это укреплять межнациональные, межконфессиональные отношения. В зале РДК свободных мест практически нет. На фестивале Авалым-Тывышлары зрители пришли целыми семьями. Они в предвкушении яркого концерта. А в это время за кулисами артисты, как профессионалы, так и самородки, продолжают готовиться к выступлению. Это творческий состав ансамбля «Дуслык». На фестивале они исполнят песню «Айнюк» о нелегкой судьбе девушки, которую выдают замуж против ее воли. В номере, как признаются сами артисты, важнее даже не вокал, а актерские навыки. Хотя в певческих способностях коллектива сомневаться не стоит. Каждая эмоция прочувствована, каждая нота взята. Зрители перевоплощение артистов приняли на ура и проводили «Дуслык» со сцены бурными аплодисментами. Мы давным-давно уже выступаем, а вот кто наши руководители с 1959 года уже выступают, 60 лет они на сцене. Много из нас, несколько человек, это дети войны. Дети войны, которые много пережили, за которыми большая заслуга. Все исполнители состязались в двух номинациях – эстрадный вокал, здесь были исполнены татарские народные песни в современной обработке, и, разумеется, народный вокал в стиле акапелла или в сопровождении народных инструментов. География фестиваля, так же, как и интерес зрителей в целом, увеличивается. Ежегодно его гостями становятся не только жители Мордовии, но и других городов и республик нашей страны. На этот фестиваль я уже проезжаю 7-й год. И каждый год вдохновляюсь. Вот великолепные голоса, такие зажигательные танцы. И мне еще впечатляет тот факт, что сюда приезжают, начиная с 5 лет, да бесконечно, до 85, в прошлом году уже была бабушка, 93 года был. Прям вот я часто бываю в регионах, но таких фестивалей, которые вот так все возрасты уже покорны сюда, вот таких не бывает. Голоса, конечно, очень хорошие, народные пения. И сижу и думаю, хотя вот это русский регион, Республика Мордовия, татары свои традиции, свои обычаи очень хорошо держат. Мы сегодня очень много гуляли по городу, по центру. Нарядный такой, красивый город. Вот очень много вещей можно вот смотреть и приглядеться, и прямо стоять, смотреть, вот не надоедает. Фестиваль закончился, оставив после себя яркие воспоминания. Что касается конкурсной части праздника татарской песни, то обладателем гран-при стал фольклорный ансамбль из Генур Кадошкинского района. Марина Василевская, Сергей Скалов, Народные новости.